Понадобилось всего лишь несколько лет, чтобы разрушить империю. Однако его гнусные злодеяния не скоро сотрутся из памяти людей. Пройдет еще много лет, прежде чем появится новый правитель, отмеченный печатью избранности. Это будут годы войны хаоса, ибо многие вельможи претендовали на трон, но лишь единицы достойны занять его. Жители империи никогда не забудут тех темных дней, даже после того, как благополучие их страны будет восстановлено. Безумное стремление Утера занять место Бестрезена ввергло эту землю в хаос и запустение, но в конечном итоге и погубило его самого. Здорово, Бор. Привет. Чё же, скрываешься за Бором? Надо отвоевать это еще полбеды. Тут все постройки сразу открыты. Уже неплохо. Да вот я тоже в шоке, да. Серые кошки.
нихера не сделать. Вот тупо друг друга. К бою! Отряд-эльфов, конечно, он мне нахрен особо не нужен. Где-нибудь их размещу там, на аванпосте каком-нибудь захваченном. Сейчас сразу вкачаю лучник тогда. Да? К бою! Что вам угодно? К бою!
проблемы у всех будут, если он начнет там хуйню свою продавать. Елена. Вы меня звали? К бою! Прокачанный крестьянин. Что вам угодно? К бою! Зеленый дракон, а ты еще больше. И колеш. В этой компании определенно проблем с прокачкой не будет. Вы меня звали? Во второй компании довольно высокоуровневый моб. Что вам угодно? К бою! Чай 28. Сейчас кто-то умрет. Да, она же может, блядь, изменения снимать, я что-то тупанул.
Да? Да, ладно, пропущу ход, потом построю. Так, защита на острый глаз, походное снаряжение, подкупность, природное исцеление, магия талисмана, походное снаряжение, наверное, чё бы нет. Потому что из того, что предложено, мне особо да? Ничего. К бою! Еще больше болота залез. Стало наш. Все просто. Так. Что у нас по валюте? 2400. Что вам угодно? К бою! Первый определенно прокачается магичка, поэтому ей возведем. Вы меня звали? Хилерша. К бою! Thank you.
чтобы обеспечить себе постройками хотя бы ближайшими. Да? К бою! Бою! Что-то тут прям жестко становится, прям заметно. Конечно, быстрый способ прокачки. Да? В такой же степени. О, нежить объявилась. Вот что? Ну да, вот кто еще. К бою! Вы меня звали?
бою! Боятся в лес не ходить. Пойдешь везде пиздец какой-то. Там два яйца. Окей. Хоть не прокачанный. Но спасибо. Блядь, да ты охуел. Tonic.
гномах разъебывают, блядь. Так, синий дракон. Чё у меня там? Ну, хуй знает. Попробую.
да, проклятый эльф. Вы меня звали? На все воля Всевышнего. Блять, нихуя себе.
чихать на смерть. Вы меня звали? Теперь могу этих сделать, уродов. Да? К бою! 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 Так. Вот это нам сразу расслабляет.
Так, там вроде 750, да, надо было золото. Я уж не помню, что титанов построить. На все воля Всевышнего. Что вам угодно? Вы меня звали? К бою! Так, ну сложа руки не сидит. Я тоже скомканный герой. Скрепленный заранее. Да? Что вам угодно? К бою! Будет непросто. Так, этот бьет по всем. Oh!
локализация была бы, я бы прям порадовался. Да, много каких земли в одной к бою! На все воля Всевышнего. Да? Храм еще надо построить, все хватит бабла. Не хватит, 300 стоит. Да? Бою! Бою! Thank you.
Да? Да, я ушел на планету. Ладно. Вы меня звали? Это Disciple второй. Я понимаю, что она типа экшен или просто РПГ, но она как, она с одним героем или... Просто она, насколько я знаю, она, в отличие от Диабло, более сюжетно ориентированная, так сказать. Если она похожа на ту же, как она, ближе к Baldur's Gate и прочим, то такое для меня слишком тяжело будет, потому что я хоть и хотел в свое время осилить все это дело, но что-то мне прям оно не зашло. Не люблю, когда куча героев там все такое в компании ходит.
души. Белку отправлю, пусть то, что посох поставит, вместо того, чтобы сидеть на одном месте. Звали? На обратном пути возьму, возможно, если не забуду. Те же разработчики, которые Дюна 2 и Дюна 2000 сделали. Интересно. Ну, я вроде слышал, они говорят, что она неплохая, но чуваки, которые типа, делали стратегии, пошли в РПГ, ну, может быть. Тиберин Даун. А, ну, Common Conquest. Ну да, стратегии. Странно, конечно, портфолио у них получается. К бою! Может быть. Ну, я посмотрю. Потому что после второй части китайской саги я уже в жанре RPG-шек даже не знаю, что играть. Поэтому вполне вероятно, она и подойдет для этого. Да? Да? Так, у меня герой. Герой все еще качается. Может, у него потолка нет во второй кампании по заданиям, типа. Да, шпионы обнаруживаются. Кому они нужны? К бою! На все воля Всевышнего. Да? Понабрасываем заклинанием, тут уже нежить рядом тусуется. Бою! Ха-ха!
шикарно. Так, ну ладно, пусть дед да? рядом тусуется, потому что тут еще. Да-да-да. Любимая фраза Борба. Потому что сейчас еще вот этот вот городок захватим, может что-нибудь. К бою! Тоже придется там рядом захватывать. Вообще не могу в пошаговые типа Fallout, цивилизации могу, японские RPG могу, в такие не могу. Почему? Вот у меня ровно точно такая же херня с партийными RPG, где больше чем один игрок в пати ходит. Вот я не могу, у меня, блять, начинает в голове замыкать, когда вот за всеми надо следить. Все такое. Еще когда я не пошаговый, вот. Я на самом деле пошаговость тоже не очень люблю, поэтому в первые два Fallout я тоже не играл до сих пор. В Герои Disciples я еще более-менее могу, но не во все, опять же. В JRPG я тоже могу, но JRPG мне раздражают по другой причине, там слишком все поставлено на то, чтобы фармить всякое. Времени в молоко уходит просто ни на что. Да? Ну, с реал-тайм стратегиями у меня больше проблем. Мне хоть и нравится жанр, но я очень мало проходил реал-тайм стратегии, не используя читов при этом. Это, по-моему, я только Age of Mythology проходил без читов. Потому что микроменеджмент меня тоже коробит. Там один момент сидишь вроде нормально, так расслабленно, отстраиваешься, а когда начинается какая-нибудь херня, там столько всего надо сразу делать, блядь. У меня просто мозг кипит. Да? Физических фоллаутов главное к пошаговой боевке привыкнуть и затянет, будь здоров. Ну вот меня в свое время нет, не
порадовала эта вся история, поэтому... Возможно, если сейчас переиграть в сознательном возрасте, может что-то изменится. Не знаю. Для гостей посадить его там на бутылку. Интересно. Ага. Ну это такая довольно распространенная звук. Он, по-моему, в героях тоже был, где его подписывали. Элементалиста надо сразу убирать, потому что он так и будет спаунить этих воздушных элементалей, пока он не убьёшь. Забыл, что русалки паралич накидывают. Настолько им редко удается по мне начинать бить, что я и забыл. Yeah.
первая встреча за все время, что я играю с ними. К бою! Что-то тут они как пудели выглядят. Довольно странно. Да, у него глаза какие-то прям на выкидке. Бля, он еще и промахивается. Поплохи себе. Ну неудивительно, обычно. Назад не ставят тех, кто поплохи не бить не умеет. Хотя бы. Так, один воров стоит сзади, потому что уже места спереди нет за медведя. Поэтому он тупо будет ход пропускать, я его трогать пока не буду. Со всеми в переднем плане разберемся. Thank you.
должно быть стыдно после этой минуты. Женщины волки тупо. Что-то ассасин перестал иногда травить. Волков какой-то иммун есть к этой херне. Постоянно занят весь пул персонажей, и, собственно, сфер-то юзать негде. Поэтому толку-то от этого особо не много. Да? К бою! Ёбаные волки, широко да широко. На все воля Всевышнего. Подведу ее, наверное, поближе вот сюда. Пускай тусуется где-нибудь здесь на всякий. Да? Так, тут уже земли некромантов начались, поэтому. Мне уже говном опять начали. Так.
смотрел. Герой в другую сторону съебался. На мои земли. Ощутил приближение пиздеца. Да? Могу теперь носить, поэтому имеет смысл. Мы их путешествуем по лесам. Ну да, это уже никак не отразится, потому что я летаю, мне похуй леса вообще. Честно, в компании задача поставлена в зависимости от, собственно, с
скрипта. В этом задании мне, например, надо отбить у эльфов, у эльфийской нежити, короче, 3 замка. В принципе, я мог бы это очень быстро чего закончить, но я хочу сейчас просто пофармить немного уровня для героя на будущее, так сказать, потому что дальше будет еще сложнее и лучше, так сказать, заранее запасаться. А так, если играть против компа или против другого игрока, то да, просто вражеский город захватываешь, ну как в героях, например. И все. Ничего такого специфического. Да, защита точно с моим талисманом. Первый удар, наверное, стоит того, чтобы его взять. По крайней мере, я смогу выбирать, потом ебануть в первую очередь. Так. Полезная выпадет, охрана вроде неплохая была в этой штуке. Талисман яда. Чего, блин? Ой, мужику не нравится, что пауки воняют. А ты чего тоже вообще с какими-то неженками тусуемся тут? Рождение ядом. А, ну да, я ж талисман не стал изучать. Они используемые, насколько я знаю, одноразовые типа. Чего огромное? Что-то другое привиделось. Конечно, захват именно вражеских городов, а не аванпостов, тут очень затруднено тем, что город атакует ебала, которая очень сильная, там, блядь, я не знаю, ну, на уровне где-то финальных боссов, там, кампании, где-то такое вот. Вот. И поэтому захватить вражеский город очень непросто, это как-то превращает в целом игру в то, чтобы разрастись до такого момента, чтобы уничтожить эту тварь, хранящую замок. К бою! Они как в героях там уничтожил отряд врага и типа, делать с ним что хочешь. Там вроде инквизитор стоял, а не монашка, поэтому инквизиторов можно. К бою! Так, вот это интересно. Thank you.
Вы меня звали? Хотя бы этот забрать. Воскрешение зелий, мало ли. Я не думаю, что нам еще сейчас что-нибудь в этой миссии сможет вообще навредить. В начале миссии еще было потно, да. Сейчас уже налегке. Проходим. Ну, видимо, все три города вон там в углу находятся. Но это как бы странно. Так ли? К бою! Они уже в панике, они понимают, что им делать-то особо нечего. Они ходят, но они ни на кого не нападают. Грибут сразу. Даже захватывать ничего не пытаются. Если бы, конечно, у меня там были аванпосты вообще без защиты, они бы полезли, но защита, в принципе, скромная. Особенно на время того уже, какой 64-й ход в игре. Тем более смешная охрана. Но они даже ее пробить не могут. Так, вот первый замок, который нам нужен. Так, тут у нас эльфы стоят. Нехорошие. Вот это вот привидение летает, оно теоретически может сейчас начать это хератусу исполнить для того, чтобы получить власть над рудниками. Так, Архилич. Архилич нехорошо. Ребят, потому что мы тут к бою! Столицу отбили. Да, есть. Тут особенно вот у нежити, у демонов смачные такие эти картинки персонажей. Киберспид. Так, он там просто лично тусует.
да, вон она начала свою хуйню ставить. Мне уже все равно, у меня, блин, денег потолок, короче. И тратить уже не. К бою! Так, вот эта вот тварь, по-моему, опасная, воин призрак, поэтому его надо бы брать нахрен отсюда. Смерть с обложки есть на Iron Maiden там, ну чё ты. То есть, если они еще заражены, но не умерли, то вышли. Технически она права, да. Да, тут тоже надо поставить, мало ли, может, какой-нибудь обмундок решит отбить. Вы меня звали? Дискорд скинул, сейчас посмотрю. Да, реально есть что-то вообще. Правда, тут соотношение картинки, ну реально, они тупо фотошопнули, что ли, или что? К бою! О, мясной дракон, змеи ужас, в смысле. Вот это вот тоже страшная херня, сущий, блядь. По-моему, паралич тоже накинул. А, у него иммунитет к физам, понятно. А, он понижение уровня делает, это тоже неприятная вещь. Сферату сосет. Просто у старых, я не знаю, насколько это старая картинка, как у моего альбома, я просто не сильно разбираюсь, но старые были более оригинальные, потому что там все-таки они рисовали, там у них кто-то рисовал эти обложки. Вот. Смотрелись более, а тут что-то прям дешево. Последний город мы отбили.
Аллахом пора встретиться. Так как я одно задание сегодня 2 часа проходил, наверное, сегодня закончу. Отстраните главу церковного суда Кроула от власти. Окей. Тут, я помню, инквизитор выглядит еще как наркоман. Вообще какое-то, я не знаю, произошла херня после убийства Утера, который демоном стал там на самом деле. Тут начался какой-то беспредел вообще полнейший. Все друг друга в ереси подозревают и все такое. Так, ну разгребать это говно мы будем завтра, я думаю. Спасибо всем, кто смотрел, и тебе, Морган, в частности. Всем удачи и всем пока.